Здравствуйте! В эфире программа «Что делать?». С вами Евгений Федоров, и в гостях у нас известный экономист Дмитрий Голубовский. Здравствуйте, Евгений. Дмитрий, приближается Новый год, и многие аналитики уже сделали свои прогнозы на следующий год, подвели итоги года уходящего, и хотелось бы задать вам пару вопросов тоже. Один из первых вопросов, который волнует наших клиентов, трейдеров, это рождественское ралли. Стоит ли его ждать у нас на российском рынке именно? Потому что мы все знаем, что на американском фондовом рынке постоянно идут новые рекорды, на некоторых европейских площадках бьются рекорды, а у нас либо мы топчемся на месте, либо потихонечку падаем. Ну, на самом деле, от нас постоянно идет отток капитала, сменяясь, иногда бывает хорошие недели, но вообще Россию продают, это правда. Вот, где-то в середине ноября я говорил, что под конец года рынок будет повыше, чем то, что было тогда. Тогда, по-моему, было 1450 по ММВБ. Сейчас в районе 1400 по ММВБ мы стоим после коррекции, которая прошла. Там была попытка роста, но она захлебнулась. Вот. Я думаю, что у нас каких-то хороших перспектив сейчас нет. Вот. И по чисто внутренним причинам. Потому что есть внутренние факторы, которые давят на рынок. Вот. Но первый фактор довольно значимый – это Мастербанк. Вот. Это отзыв лицензии Мастербанка, который сам по себе банк, он не инфраструктурный, он не играет какую-то большую роль, но на него было завязано очень много расчетов. Вот. Волна пошла в том числе и по банковской системе, там проблемы возникли у других банков, его обанкротили, значит, кого-то сейчас санируют, у региональных банков начались проблемы, насколько я знаю. Вот. В общем, как бы достаточно грубое было решение. Я не говорю о том, что не надо было этого делать, надо было, давно пора это было прачечно прихлопнуть, но можно было все-таки как-то сделать это путем санации, а не путем ликвидации учреждения самого, как инфраструктуры платежной. Вот. Это один из факторов, который оказал давление на рынок. Причем глава Центрального банка дала понять, что, в общем, это не последний случай, что это все будет. Зачистка банковской системы будет продолжаться. Я даже видел целый список. Да, по интернету начали гулять там целые списки проблемных банков. Стали составлять их, в том числе, компании инвестиционные для своих клиентов, для тех, кто владеет облигациями. Вот, облигации под давлением, облигации корпоративные под давлением. Вот, ну и ОФЗ, на самом деле, тоже оказались под давлением. В том числе в данном случае еще и благодаря внешним факторам. Значит, какие у нас внешние факторы? Внешний фактор, кстати говоря, это Украина. Ну, кажется, что в глобальном масштабе то, что там происходит, это абсолютно незначительно, но это значительно для долгового рынка украинского. Вот. Еврооблигации там достаточно сильно упали на политической нестабильности. Я напомню, что наши банки выдали кредитов украинским компаниям где-то на 30 миллиардов. Плюс там долги перед «Газпромом» есть. Вот. Если там экономика разрушится от нестабильности, для экономики всегда нестабильность плохо. Я сейчас не хочу брать какие-то политические аспекты. Может быть, то за что ратуют там, ну, борцы за евроинтеграцию, в долгосрочной перспективе, может, это и хорошо. Я вообще не знаком подробно с договором этим, поэтому не хочу сейчас судить, хотя раздел торговли я читал. Вот, тем не менее, нестабильность ничего хорошего не дает, вот, и на нас это тоже как-то отражается. Вот, в числе прочих факторов, отдельно это выделить, может быть, тяжело, но этот фактор есть. Вот, плюс выходит то раз за разом очень хорошая статистика в Штатах. Вот что такое хорошая статистика в Штатах? Ну, конечно, для американского рынка это хорошо. Американский рынок растет, и в последнее время он растет даже вопреки страхам того, что программа выкупа облигаций Федерального резерва, она будет свернута. Вот. Чем лучше статистика, тем больше шансов на то, что сокращение QE начнется достаточно быстро. Вот. Но в Америке, я смотрю по комментариям инвестиционных банков, зреет уверенность. Время покажет, оправдано это или нет, что экономика, как бы, потребительский спрос восстановился достаточно для того, чтобы экономика уже могла постепенно начать отказываться от стимулов. Вот. Но для нас-то это что? Для нас это означает сильный доллар. То есть сокращение QE – это поддержка доллара, так или иначе. Вот. А сильный доллар – это слабое сырье. Вот. Поэтому развивающиеся рынки чувствуют себя неважно. Вот если посмотреть, кто хорошо держится в этой ситуации, хорошо держатся развитые рынки. Хорошо держатся развитые рынки, они не боятся сокращения QE в Штатах. Как бы для них американский спрос – это тоже хорошо, если он укрепляется. Вот. Неплохо держится Япония, но она держится на девальвации иены. Вот там растет экспорт. И в последнее время стал снова сильно держаться Китай.
Вот. Он ориентирован на американский рынок, восстановление Америки для него хорошо. А мы в данном случае даже не вторичная, третичная экономика. Мы поставляем в Европу, угу. Вот, в которой в локомотив сама экспортно ориентированная экономика. Стоит ли нам бояться сокращения КУЕ? Ну, а у нас могут возникнуть проблемы. Сокращение КУЕ может пойти по разным сценариям, на самом деле. И рынки могут реагировать по-разному. Вот, базовое мнение, конечно, то, что сокращение КУЕ – это сильный доллар. Вот вопрос в том, когда сильный доллар, когда это случится. Вот, на самом деле, первое, что случится при сокращении КУЕ, это распродажа в долгосрочных облигациях американских. Вот сокращение КУЕ – это сокращение выкупа долгосрочного госдолга, не ипотечных облигаций. Объем выкупа ипотечных облигаций остается на том же уровне. Распродажа долгосрочного госдолга и рост ставок, там достаточно много средств припарковано, им куда-то надо будет деться, ликвидности надо куда-то уйти. Вот, куда они выйдут? Какая-то часть идет на американский рынок акций, но он уже дорог. Вот, какая-то часть идет на другие развитые рынки, но там тоже кое-где уже максимум переставляются. Есть мнение, что часть этих денег может утечь на рынок commodities. Вот, похожая ситуация, формально похожая ситуация, она была на самом деле в 2008 году, когда ужесточались условия кредитования. Вот начался ипотечный кризис, ужесточались условия кредитования. Уже экономика начала охлаждаться, но рынок сырья еще весь следующий год взлетал вверх. Деньги из этого пузыря, который начал сдуваться, потекли туда. Вот поэтому не исключен такой вариант, что доллар просто, как только начнется сворачиваться с КУЕ, он начнет укрепляться, и сырье будет слабеть. Но оно может слабеть и через выброс вверх. И уже потом начнется долгосрочный цикл. Кроме укрепления доллара, чем для нашей экономики это еще грозит? Для нашей экономики этого достаточно, этой угрозы достаточно. Вот, потому что здесь работает целая цепочка. Укрепление доллара, слабость сырья, слабость компаний-экспортеров. Слабость компаний-экспортеров, слабость платежного баланса страны. Вот, от слабости компаний-экспортеров страдает сразу бюджет, потому что там очень много налогов они платят. Вот, страдает приток валюты, соответственно, страдает и импорт, потому что мы закупаем на эту валютную выручку как экономика. А с него тоже берутся налоги. НДС на импорт – это достаточно серьезность. Статья поступления. У нас очень много в стране завязано на экспортно-импортные операции. У нас внутренняя экономика слаба, она не тянет развитие. Вот. Значительная часть, правда, ее теневая, может быть, если бы ее вывели на свет, было бы лучше, но я говорю о том, что есть сейчас. Вот. И как следствие для нас будут расти ставки. Ставки по кредитам на внешнем рынке, а наша страна чистый заемщик. Вот. И как следствие ставки по кредитам внутри страны, вот. Либо девальвация валюты. Здесь это есть еще обратная варианта. Сторона. Сильный доллар – это значит слабый рубль. А слабый рубль, он наоборот помогает развитию. Слабый рубль помогает развитию тогда, когда для этого развития есть другие комфортные условия. Это далеко не единственный вариант. Их у нас нет. Их у нас нет. Слабый рубль – это хорошо для компании, которая продает на экспорт. А у нее в рублях выручка становится больше. Вот, соответственно, несмотря на то, что… Но у нее кредиты в долларах. Это тоже надо иметь в виду. Вот все компании, если взять, которые много продают на экспорт, это, во-первых, это сырьевики. Вот, они здесь мультипликативного эффекта никакого не дают, и здесь они не инвестируют ни во что, кроме добычи инфраструктуры своей. Вот. И, во-вторых, у них у всех достаточно значительная долговая нагрузка. Роснефть в долгах по уши, Газпром в долгах по уши, все эти долги, они валютные. Вот для них девальвация рубля – это падение выручки внутри страны, вот, при том, что у них долг будет переоценен в рублевом эквиваленте в большую сторону. Вот. Им иногда остается только надежда на экспорт. Вот, но экспорт сырье-то оно расти не будет в цене. Вот в чем соль. У нас девальвация рубля, если будет, она будет, потому что сырье будет дешеветь. То есть доллар будет укрепляться, нефть там уйдет, допустим, на 100 со 110. Она может уйти на 95 бренд, я предполагаю. Вот. Поэтому у нас выручка валютная в рублевом эквиваленте не будет расти, а в валютном эквиваленте она будет падать. Вот, поэтому дешевый рубль в данном случае он не даст какого-то значительного импульса для сырьевого сектора, потому что долларовая цена на сырье упадет. Вот, но дешевый рубль он не даст какого-то импульса развитию и всему остальному. Почему? Потому что, казалось бы, там могло бы начаться импортозамещение, да? То есть внутренний производитель оживился, который был бы ориентирован на внутренний рынок. Но здесь включаются другие факторы. Вот, во-первых, высокие ставки. Вот, включается. И если там рубль будет падать, наверное, центральный банк будет держать их высоко. Вот, потому что это вообще их логика.
поведение, как бы препятствовать резким движениям. Поэтому они будут удерживать эту девальвацию, будут удерживать в том числе и высокими ставками. Плюс у нас свои проблемы есть в экономике, связанные с известными темами. Это там коррупция, административные барьеры и так далее, и так далее. Это можно много перечислять. Плюс налоговый климат далеко не самый лучший. Кроме того, у нас же сейчас создался таможенный союз. Вот. Таможенный союз, кстати говоря, он для России не выгоден. В том смысле, что тут налоговый климат в Казахстане, например, лучше. Мы не конкурентоспособны к юрисдикции даже в сравнении. Если он нам не выгоден, зачем мы его создавали? И, ну, это геополитический проект, не экономический. Вот это... Взять под свое крыло соседей. Да, это проект распространения политического влияния. Но политическое влияние, оно имеет смысл тогда, когда оно подкреплено экономикой. Вот пока цены на сырье стоят высоко, может быть, оно и имеет смысл, но в долгосрочных перспективах я в этом смысла не вижу. Вот, ну и как бы закругляясь на эту тему, я могу сказать, что сокращение КУЕ в краткосрочной перспективе может дать, а может и не дать, выброс сырьевых цен вверх. Вот, долгосрочные перспективы сырья негативны, это однозначно, и для России, конечно, здесь... Это окажет давление на ту экономическую модель, которая существует. Может быть, это вынудит ее поменять. Ее менять давно пора, об этом давно говорят, но я пока не вижу, чтобы кто-то активно что-то в этом направлении делал. Давление будет усиливаться давление на экономику в том виде, в котором она есть, и оно неизбежно обернется политическими проблемами у нас в стране, неизбежно. Почему? Потому что у нас на бюджет завязано очень много, и сокращение расходов приведет к обострению борьбы и лоббистских групп, недовольство населения, безусловно, которое просто будет меньше получать. Угу. Ну, в общем, ралли мы не ждем на российском фондовом рынке, а после Нового года у нас тоже никаких перспектив к росту тоже не имеется. Почему не имеется? Я говорю, в краткосрочной перспективе они могут иметься. На самом деле, ралли в случае российского рынка, на котором ликвидности уже мало, и он вообще так очень неплохо скачет в последнее время, ралли, это можно считать там плюс 50 пунктов вверх. У нас до Нового года не так много времени. Плюс 50 пунктов вверх ММВБ может сделать сейчас. Ну, просто как какое-то движение, там, я не знаю, под речь Путина в четверг, запросто это может быть. Иногда любят покупать под выступление там, первых лиц в парламенте. Такого может случиться. Это будет движение в рамках волатильности, которая существует. Это не вот тот систематический рост, который мы видим на других площадках. Вот. Но мы можем закрыть год и 4450 по ММВБ, и даже 1500, я этого не исключаю. Но это будет в рамках вот тех шатаний, в которых мы пребываем уже в последнее время достаточно долго. Это такой боковик, достаточно размашистый. Вот. Что касается следующего года, может быть рост. Вот, именно связанный с той причиной, о которой я говорю, он не будет иметь под собой фундаментальных экономических оснований в России. Вот, он может иметь основания, связанные с тем, что выброс денег из рынка долгосрочного долга Америки будет растекаться просто по рынку, по глобальному. И какая-то часть может уйти в сырье. Вот. Нефть может на какое-то время быть выше, чем она сейчас. На какое-то время. Это будет полгода где-то, может быть. Вот потом с этих уровней уже пойдет спад. Вот. Надо иметь такую возможность. Я к чему это говорю? К тому, что очень хочется зашортить, на самом деле, рынок российский, учитывая и внутренние проблемы, перспективы и так далее. Это опасная тема, на самом деле. Потому что может быть и вынос вверх. Надо с этим делом быть достаточно аккуратным. Вот. Но, тем не менее, на российском рынке есть компании хорошие, на самом деле, не государственные, в первую очередь, которые чувствуют себя очень неплохо, и их можно покупать, но... Там тот же «Новатэк», например, «Аэрофлот» очень хорошо сейчас идет вверх. Вот, АФК-система, телекоммуникации до недавнего времени неплохо держались, «Мегафон», МТС. На самом деле есть, там можно что-то найти, какие-то интересные истории. «Магнит», кстати говоря, феерическая бумага. Она вроде достаточно дорогая, но все еще идет вверх, я думаю, до 10 тысяч она дорастет. Вот, поэтому покупать есть чего, но не широкий рынок. Вот. Широкий рынок, конечно, я бы не советовал покупать. Mm-hmm. Отдельные какие-то истории корпоративные, какие-то сильные бумаги именно в частном секторе, чтобы там не было каких-то рисков, типа того, что недавно стали говорить про «Газпром», что, ребята, вот давайте доп. Эмиссию проведем и на нее выкупим всю олимпийскую стройку. Вот. Но это, конечно, хороший кандидат на продажу. Понятно. Это просто помойка какая-то. «Газпром» превращается в помойку. Вот. И у него еще в Европе сейчас проблема, ему в связи с третьим энергопакетом хотят, ну, либерализовать доступ к трубе, который он сам за свой счет достроит, Южный поток. В общем, там беда полная. Вот. Поэтому можно играть на российском рынке, там «Газпром» продать, что-то купить, но в целом рынок бесперспективен, конечно, к сожалению. Так, а что касается западных рынков, вот мы все видим новые рекорды, в частности по США, а немецкий DAX тоже растет, да, постоянно. Да. Вот. И
это все основано на улучшении экономических показателей, макроэкономических показателей да, в Америке, да, США. Да, да, да. Ну, вообще, надо понимать все-таки, что это все вызвано вливанием денег колоссальных. Да. Вот я как раз к этому и веду, что вот сокращение программы QE, ну, сворачивание этой программы, приведет ли оно к развороту рынка? Ну, коррекция может какая-то пройти, безусловно. Хотя, в общем и целом, состояние рынка труда у них, конечно, становится лучше. То есть, методика эта, залива проблемы с деньгами, она сработала. Там что-то стало просачиваться все-таки в реальный сектор, какие-то места стали создаваться рабочие. То есть, вот. Рост может быть продолжен только уже за счет макроэкономической стабильности. При постепенном сокращении этих программ, не резком, да. А по капельке, по копеечке сокращать, по мере того, как будет заводиться вот механизм самой экономики, этот рост может быть продолжен. И может быть продолжен этот растущий тренд на рынках, безусловно, вот, но надо понимать, что такого, что было в этом году, конечно, больше не увидим. Вот такого взлета. То есть рост будет медленный, и он будет расти там в пределах 6-7% в год. Где-то в среднем, американский рынок. Я думаю, так, это будет очень хорошо, если он будет поддерживать такие темпы роста. Главное здесь бенефициаром, на самом деле, будет корпоративный долг. Вот, почему? Потому что, когда закончится поддержка, я же говорю, ликвидности куда-то надо будет уйти. Вот, будет уходить она, и когда ставки по государственному долгу начнут расти, они будут приближаться к ставкам корпоративному долгу, будет иметь смысл уходить туда. Вот, компании начнут активно занимать, вот, активно развиваться, вот, вкладываться в развитие, те, которые жизнеспособны. Если потребительский спрос будет дальше расти, если мы являемся свидетелем действительно того, что механизм экономики он заводится, вот, должен быть начаться бум какого-то корпоративного кредитования, и корпоративный долг будет хорошей темой. Вот, рынок будет расти, акции будут расти достаточно медленно. Вот, развивающиеся рынки, но здесь будут бенефициарами те, кто продает в развитые. Вот, то есть я за Китай, например, я более-менее спокоен, что у него все будет в порядке. Последние данные по экспорту, которые выходили на прошлой неделе, там, они говорят о том, что в общем все у них ничего неплохо. Вот улучшение экономической ситуации вот в тех же США, Европе, оно же в итоге должно повлиять на то, чтобы в России тоже ситуация стабилизировалась и начался. Да, безусловно. То есть я не думаю, что у нас следующий год будет как-то сильно хуже текущего. Вот. Ну, а на это требуется время. И потом, все-таки мы завязаны больше на Европу, чем другие страны, а Европа – это пациент, который выздоравливает медленнее всех. Угу. Проблем там больше всего. Буквально на днях возникли снова разговоры о том, что проблемы у греков. Что опять кредиторы им недовольны. Вот. Греки приняли бюджет на следующий год, не согласовав с тройкой. Там, и, в общем, говорят о том, что им усложнят условия предоставления следующих траншей помощи. Вот. Поэтому в Европе еще проблемы будут, учитывая, опять же, негибкую политику Центрального банка, угроза дефляции существует. Кстати говоря, я думаю, что по мере того, как начнется сворачивание программ количественного смягчения в Штатах, Европейский Центральный банк будет вынужден запускать новые стимулирующие меры. Вот. Потому что Европа пока еще самостоятельно как бы расти, мне кажется, не готова, как целое. Вот. И мы пристегнуты больше к этому региону, поэтому он восстанавливается не так хорошо, и мы здесь аутсайдерами становимся по отношению к тому же Китаю. По отношению к Бразилии в том числе. Хотя у Бразилии сейчас тоже свои трудности существуют. Вот. И хуже не будет, но лучше будет не сразу, скажем так. А когда лучше будет, опять же, надо еще быть к этому готовым. Надо использовать эти новые возможности. А не просто тупо проедать деньги, которые будут приходить. Если Европа все-таки запустит свою программу какую-нибудь, то вы думаете, что от этого пирога и нам что-то достанется? Достанется, конечно. Ставки в Европе упадут еще больше, улучшатся условия корпоративного кредитования у нас. Ну вот от американского пирога, от American Pie, нам не досталось ничего. Ну, не дошло, потому что мы к ним не продаем. В основном. До нас доходит, в данном случае, через третьи руки абсолютно. Там Китай продает что-то, его металлургические компании растут, наши не растут. Или ну, как-то они чувствуют себя очень дохло. Почему? Потому что у нас нет просто инфраструктуры для продажи туда. Вот. До нас практически ничего не дошло. Из Европы, я считаю, что дойдет. Просто в виде спроса, в виде оживившегося европейского спроса, mm-hmm. который мы сможем использовать. Под этот спрос мы будем получать выручку. Эту выручку можно заложить, получить кредиты и на эти кредиты как-то развиваться. Но в данной ситуации, что будет характерно для России? Будет совершенно четкое разделение тех, кто могут претендовать на деньги, и тех, кто не может. То есть экспортеры или компании, которые имеют возможность выхода на европейский долговой рынок, они будут
чувствовать себя достаточно хорошо. Те, кто будут сидеть, те, кто вот локальный бизнес, им сильно лучше не станет, конечно. Я думаю, что до них так и не дойдет. Вот. До них что-то может дойти, если в стране будут какие-то меры предприниматься для того, чтобы улучшить их жизнь. Вот. Пока я не вижу, чтобы правительство стремилось улучшить чью-то жизнь. Вот я имею в виду в части улучшения условий ведения. Вот так как наша программа называется «Что делать?», возникает вопрос, а что делать тогда нашим трейдерам, нашим клиентам в этой ситуации? Есть ли какие-то инструменты, где вы видите наибольшую возможность заработка? Ну, среди таких простых, каких-то там металлы, валютные пары и так далее. Сейчас очень неопределенная ситуация, потому что мы не знаем, когда будут все вот эти решения приняты. У нас впереди ФОМК на следующей неделе, да, комитет по открытым рынкам, на котором то ли будет принято, то ли не будет принято решение о сокращении QE. Если не будет принято, то каждый следующий – это опять же такая же точка развилки, где она может быть принята, может быть не принята. По бюджету вроде бы договорились вчера. В понедельник, то есть, в Америке республиканцы и демократы, но окончательного решения по поводу госдолга, по поводу подъема планки госдолга еще никто не принял. Вот. Как там дальше будет, будет ли там очередная нервотрепка или нет, вот, судя по тому, как золото выстрелило, может быть и будет, кто-то его покупает под эту тему. Вот. Здесь, возможно, только какая-то тактическая игра на краткосрочную перспективу. Ну, или в очень долгосрочной перспективе занимать позиции, я бы покупал бы доллар. Вот доллар против евро я покупал, и, может быть, даже доллар против фунта я бы покупал, хотя валюта это сейчас она держится достаточно сильно, там, опять же, хорошие. Ну и против рубля, наверное. Ну и против рубля, да. Вот, там в Британии сейчас хорошая статистика выходит, в том числе там беспрецедентное оживление строительства. Вот, евро выносит вверх на дефиците ликвидности в еврозоне сейчас. Вот, не потому, что в еврозоне там что-то хорошо с экономикой. Вот, потому что у них центральный банк он не настолько агрессивен, как в Америке. Вот, хотя сейчас он начал фондировать в баксах. Буквально с сегодняшнего дня. Почему? Опять же, для того, чтобы решить проблемы с ликвидностью. У них угроза дефляции остается. Они даже недавно говорили о необходимости введения отрицательных ставок. Вот, по депозитам банков ЕЦБ. Вот, поэтому из-за вот этой угрозы евро дорожает, не из-за того, что там какое-то оздоровление идет лучше, чем в Америке. И когда эта напряженка будет снята, она начнет падать. И более того, я считаю, что она начнет падать в ожидании стимулирующих программ новых от Европейского центрального банка. Поэтому сейчас евро-доллар стоит где-то уже под 1.38 практически он стоит. Там 1.37,5, 1.38, по-моему, он уколол. Вот с этих уровней, мне кажется, это комфортный уровень для продажи. Именно на долгосрочную перспективу. Его может вынести и на 1.4, я допускаю это. Вот. Поэтому с каким-то большим левереджем не надо заходить в позицию, вообще надо заходить постепенно. Там шортил, если пошло немного вверх, шортило оттуда. Вот. На долгосрочную перспективу вот эта тема, мне кажется, хорошая. Вот. Вообще, на долгосрочную перспективу доллар, мне кажется, таким основным фаворитом. Из-за вот таких вот простых, что ли, инструментов. Вот. А на краткосрочную перспективу, мне сказать, очень трудно. Потому что, когда все зависит от политиков и от того, что они договорятся, здесь нужно просто по ситуации действовать. Или просто играть на волатильности. Да, да, надо торговать волатильностью, совершенно верно. Или надо, ну, как бы, надо исходить из логики, что большие парни понимают, что они делают. Вот, иногда эта логика хорошо работает. То есть, если вы видите большую свечку в каком-то одном направлении, вот большая покупка, наверное, это продлится какое-то время. Там вынесло золото на сколько? На 1250. Ну, наверное, его вынесет еще на 1270, на 1280. Я подозреваю, потому что кто-то купил в расчете на рост нестабильности политической в ожидании обсуждения проблемы госдолга. Вот, ну, вот на такой вот логике можно поиграть. То есть, видишь большую покупку, как сел в этот поезд, проехал, немного соскочил. Вот других вариантов я сейчас не вижу вот, в сложившейся ситуации. Надо дождаться, что будет с КУЕ четко, и надо дождаться, что с планкой госдолга. Тогда о чем-то можно говорить. Вот, а пока только так. Дмитрий, спасибо вам за ваши комментарии, было очень приятно с вами побеседовать. И сейчас я хотел бы обратиться к нашим зрителям и предложить вам сделать свой прогноз по паре доллар-рубль. И свои прогнозы вы можете написать в комментариях под этим видеороликом.